наконец-то позади все капризы погоды со снегопадами и заморозками. Монохромные пейзажи уступили место ярким цветам. Впереди лето со всеми его прелестями. Теплые месяцы года дарят нам массу удивительных возможностей. Можно отправиться в отпуск, позволить себе наконец стать лучше и красивее, ну и побаловать себя приятными покупками. В эфире «Телегид. Покупатель всегда прав» и я, его ведущая Лидия Шулаева. В этом выпуске мы узнаем, как сэкономить на отпуске, как обмануть возраст и как сохранить здоровье опорно-двигательного аппарата. Долгожданная пора отпусков наконец-то началась, а значит, самое время планировать маршруты и направления отдыха. Где лучше всего провести отпуск и на чем реально сэкономить? Эти вопросы себе сегодня задает едва ли не каждый, а мы уже нашли на них ответы и расскажем, где вас ждут самые интересные и выгодные предложения. Сегодня для вас открыт весь мир. Салон путешествий Bon Voyage на рынке туристических услуг уже 15 лет. И без преувеличений, его специалисты готовы отправить вас в любую точку земного шара. Спокойный пляжный отдых, экзотика, серфинг, острова, океаны или экскурсии по уютным европейским городам. Любая ваша туристическая фантазия легко воплотится в жизнь. Причем Bon Voyage настолько любит своих клиентов, что всегда предлагает варианты, как сэкономить на путешествии. В случае с пляжным отдыхом здесь вариантов два. Первый – беспроигрышный, раннее бронирование. Когда вы покупаете тур заранее, удается сэкономить очень серьезно. Некоторое направление к сезону цены вырастают аж в два раза. Второй способ для более рискованных – поймать горящий тур. Либо пан, либо пропал, как говорится. Либо ты возьмешь самую дешевую путевку, либо не возьмешь ничего. Для тех, кто готов рисковать, в принципе, можно попробовать взять последнюю минуту. Готовность сорваться в любую минуту – вот главное условие при покупке горящего тура. Предложения настолько привлекательны, что разбирают эти туры практически моментально. Отследить вкусные варианты можно самостоятельно на сайте bonsarov.ru. У нас там сагрегированы практически все туроператоры надежные, ненадежных мы из поисковика выкинули. И можно просто отслеживать. Но это нужно быть очень мобильным, очень оперативным. Вы видели цену, сразу прибегайте к нам, бронируйте. Не ждите, что она там день, два, три, оно будет висеть. Оно висит иногда бывает по 15, 20, 30 минут, 40 минут, час, не больше. То есть это надо успеть приехать, забронировать. А вот в случае с путешествием в Европу на горящие туры рассчитывать не стоит. В этом направлении их просто не бывает. Здесь идеальный способ сэкономить – забронировать путевку сильно заранее. Чем раньше, тем выгоднее тариф и больше выбор отелей. Сэкономить, как и с пляжным отдыхом, можно почти в два раза. Кстати, многие думают, что выгоднее ездить в Европу дикарем, самостоятельно бронируя отели и покупая билеты. Однако профессионалы с этим не согласны. С туроператорскими ценами практически невозможно конкурировать там, по Испании, по Чехии, ну, по крупным европейским странам, фактически по всем, по Риму. Если у нас речь идет о прямом перелете, не стыковочном, на букинге этих отелей не будет, потому что они все уже на броне у туроператора. Это касается и отдыха на нашем юге. Некоторые смотрят, говорят, а там мест уже нет. Там нет, а у нас есть. И еще один неоспоримый плюс в работе с туроператором. При покупке готового тура вы страхуете себя от любых проблем и сложностей, таких, например, как банкротство авиаперевозчика. Если вы самостоятельный турист, вы решаете свои проблемы самостоятельно. С обанкротившейся авиакомпанией здесь вас все равно отвезут, привезут по-любому, и это фактически уже не ваша головная боль. Еще один вариант экономии – путешествие в так называемый несезон. В это время цены на отели падают в разы, но здесь важен грамотный подход. Если в каких-то странах несезон может быть очень комфортным, то в других вы рискуете стать заложником погодных катаклизмов. Просто доверьтесь профессионалам, именно профессионалам, которые отслеживают, в какой несезон можно, а в какой сезон. То есть ехать, например, во Вьетнам несезон, где вы просто будете без солнца, под проливными дождями, смысла вообще не вижу. Ехать в Турцию в несезон, да шикарно. То есть есть спа, есть бассейны, всегда можно найти чем заняться, посетить все экскурсии, наконец. На стенах бюро путешествий Bon Voyage десятки грамот и благодарностей, но главной наградой здесь считают доверие клиентов, которым очень дорожат, поэтому к своим туристам относятся с особой заботой. В рекламных турах менеджеры компании лично посещают все предлагаемые отели, поэтому точно знают, что предлагают. 24 часа в сутки находятся на связи с вами на случай непредвиденных ситуаций и всегда своевременно предупредят, если в
туре появятся какие-либо изменения. А самое главное, здесь работают только с проверенными туроператорами, а значит, ничто не сможет омрачить ваш долгожданный отдых. Так как мы в этом профессионалы, мы стараемся любые какие-то предпосылки к несостоятельности финансовые туроператоры, то есть есть такие звоночки, скажем так, мы этого туроператора отсекаем сразу. Bon Voyage – компания, которая знает все о путешествиях. Здесь легко ответят на любой ваш вопрос и сделают ваш отпуск незабываемым. Турагентство Bon Voyage – сказочное путешествие вашей мечты. Телефон 37300, сайт bonsarov.ru. Прекрасно выглядеть и радовать окружающих идеальной фигурой и сиянием кожи нужно в любое время года, а летом особенно. В ближайшие несколько минут мы расскажем вам о косметических процедурах, которые не только позволят вам сохранить свежий и цветущий вид, но и решить серьезные эстетические проблемы. Ультразвук на службе красоте. Уникальный аппарат для омоложения лица и тела Ультрасистем уже более 10 лет помогает сохранить и восстановить красоту и молодость сотням тысяч людей. Когда в 2007 году появилась эта методика, произошел настоящий прорыв в аппаратной косметологии. И до сих пор не появилось аналогов Ультрасистем, которые могли бы дать хотя бы близкий к ней результат без операционного вмешательства. За все время проведено более 1,5 миллиона процедур, что говорит о высокой эффективности методики. Уникальность в том, что все, чем мы работаем в косметологии, в основном фокусируется на коже. Ну, крайний случай – это подкожно-жировая клетчатка. А эта методика нам позволяет проходить через кожу, через подкожно-жировую клетчатку и фокусироваться даже не на мышцах, а на мышечном апоневрозе. Это каркас, на котором держится все наше лицо, все наше тело. Доставляя ультразвук на нужную глубину, Ультрасистем позволяет работать именно с апоневрозом, безупречно подтягивая проблемные зоны, будь то овал лица или подбородок, шея, линия декольте, внутренняя поверхность бедер, плеча или колена. При этом у нас отсутствует с вами хирургическое вмешательство и практически отсутствует реабилитационный период. Надо сказать, что это единственная методика, которая имеет медицински подтвержденные результаты. Важное преимущество процедуры – она делается однократно. Не нужно в течение 2-2,5 месяцев еженедельно ходить к косметологу, теряя время. Первый лифтинг-эффект виден практически сразу, но максимальный результат достигается через 2-4 месяца после процедуры и сохраняется от года до двух, в зависимости от глубины устраняемой проблемы. И если все посчитать, то стоимость процедуры, которая изначально может показаться слишком высокой, в итоге получится ниже, чем стоимость других омолаживающих процедур. Ультразвук, мы с вами его все знаем, все делали ультразвуковые исследования и знаем, что он может проникать на любую глубину в зависимости от датчика, да, и от того, насколько мощный аппарат его излучает. В данном случае датчики рассчитаны специально для лица, специально для тела, для каждой своей зоны, но они не просто излучают этот ультразвук, они его фокусируют на заданной глубине. И когда ультразвук доходит до нужного нам слоя, он фокусируется в одну точку, и там получается, что он перегревает этот участок. Мышцы сразу же начинают сокращаться, мы с вами видим моментальный лифтинг, а те точечки, вокруг которых вот которые мы с вами сделали, вокруг них начинает образовываться новый коллаген. Процедура с Ультрасистем практически не имеет противопоказаний, к ней не нужно специально готовиться, и после нее нет реабилитационного периода. Важно только проходить ее в центрах, где на аппарат и насадки Ультрасистем есть все сертификаты соответствия. В Сарове это медицинский центр «Шоколад», который работает по стандартам Министерства здравоохранения и соответствует всем требованиям санитарно-эпидемиологического режима. Имеет лицензию на проведение услуг, использует в своей работе одноразовые медицинские материалы для проведения процедур. Медицинский центр «Шоколад» – ваш красивый ориентир на пути к совершенству. Проспект Мира, 3, телефоны 757-87 и 701-31. Чтобы взять от лета все и в полной мере насладиться теплом и отдыхом, нужно заранее позаботиться о своем здоровье. Когда у тебя что-то болит, ты не можешь почувствовать себя счастливым в полном смысле этого слова. Поэтому, если до этого момента вы не уделяли должного внимания своему здоровью, пришло время это изменить.
Почти за 5 лет работы в Сарове центр доктора Бубновского подарил жизнь без боли сотням горожан. Многие приходят сюда, когда уже не остается надежды на выздоровление. Но регулярные занятия по индивидуальным программам, внимательный контроль со стороны врачей и профессиональных инструкторов в прямом смысле слова ставят людей на ноги. Лариса Александровна узнала о методике доктора Бубновского много лет назад. Сначала женщина ездила в Нижний Новгород, но как только открылся центр в Сарове, стала ходить сюда. И, как признается сама Лариса Александровна, методика Бубновского подарила ей другую жизнь. Состояние в свое время было очень плачевно, чуть ли не в каталку усаживалась, а потом сейчас просто другой ритм жизни, другой совсем интерес в жизни появился, и, в общем, совсем другой, в другом жизнь пошла. Жизнь без боли – это реально, уверены в центре доктора Бубновского. И здесь делают все, чтобы помочь пациентам встать на путь здоровья. На первичной консультации врачи подбирают индивидуальную программу восстановления. Затем инструкторы помогают выполнять упражнения, контролируя процесс на каждом этапе. Абсолютно все сотрудники центра, помимо основного базового медицинского образования, регулярно проходят дополнительное обучение, постоянно повышая свой уровень профессионализма. Обучение проходит первоначальное непосредственно здесь, в центре доктора Бубновского. Это помощники инструкторов. Значит, инструкторы проходят обучение также в региональном центре доктора Бубновского. И уже далее идет повышение квалификации в московском центре доктора Бубновского, где непосредственно сам Сергей Михайлович и его помощники работают для подготовки наших инструкторов. Впрочем, не только от работы инструкторов зависит восстановление пациента. В центре Бубновского подчеркивают, желание самого человека вылечиться играет огромную роль в выздоровлении. Когда пациент настроен на работу и выполняет абсолютно все назначения, результат не заставляет себя ждать. При выполнении всех наших назначений мы несем ответственность за каждого пациента и гарантируем 100% результат. Однако, подчеркну, при выполнении всех наших назначений не просто ты пришел, позанимался 3 раза или 2 раза в неделю. Здесь обязательно дается домашнее задание. Это задание проверяется на текущих осмотрах. И если пациент не выполняет какие-либо назначения, это видно сразу же. Значит, при выполнении всех наших дополнительных назначений эффективность превосходит самые даже смелые ожидания. В этом убедилась и Татьяна Юрьевна. Центр доктора Бубновского в Сарове она посещает практически с его основания. Проблемы со спиной беспокоили женщину с детства, но благодаря методике Бубновского она забыла о них. Татьяна Юрьевна следует всем рекомендациям врачей и уже несколько лет находится в прекрасной физической форме. От боли, да, реально помогает избавиться и здесь занятия, и то, что есть у доктора Бубновского, на стенде есть упражнения обезболивающие. Действительно, это реально проверено уже на себе, это помогает. Вслед за своей супругой пришел в центр доктора Бубновского и Николай Дмитриевич. Даже при отсутствии заболеваний опорно-двигательного аппарата, как и многих людей с сидячей работой, раньше его также беспокоили боли в пояснице и общая физическая слабость. Это более-менее ушло, вот. И на протяжении уже, наверное, 2-3 лет стабильное такое состояние, вот, нормального физического какого-то вот такого удовлетворения, скажем так, в организме. Кстати, визиты в центр Бубновского целыми семьями – дело обычное. Многие приходят сюда с супругами, родителями, детьми. Ограничений по возрасту для занятий на этих тренажерах нет. По возрасту ограничений нет. То есть у нас занимаются от 7 лет, иной раз от 6, и самому старшему у нас было 93 года. Методика доктора Бубновского направлена на лечение болезней опорно-двигательного аппарата. Это грыжи межпозвонковых дисков, остеохондроз, артриты, артрозы, а также сопутствующие заболевания сердечно-сосудистой и вегетативно-нервной системы. Но частые гости в центре – и спортсмены. Здесь они восстанавливаются после травм и высоких спортивных нагрузок. Приходят сюда и получают облегчение и те, кто страдает от гипертонии и головных болей. Подходят занятия на тренажерах Бубновского и для профилактики различных заболеваний. Сначала проходит осмотр специалиста, выявляются проблемы, явные или скрытые, и только после этого можно уже говорить либо о профилактике, либо о лечении. Так что в данном контексте наш центр является очень хорошим профилактическим средством для лечения и для предотвращения, вернее, заболеваний опорно-двигательного аппарата, для восстановления послеоперационных осложнений, и многих-многих заболеваний, в том числе и
не связанных с опорно-двигательным аппаратом. Длительность курса зависит от того, насколько выражено заболевание. Обычно облегчение боли приходит уже после первых занятий. Но чтобы достигнуть результата и закрепить его, необходимы месяцы. Впрочем, как утверждают завсегдатаи центра доктора Бубновского, здоровый образ жизни входит в привычку, отказаться от которой уже не захочется никогда. Для каждого пациента свой результат является значимым. Для кого-то это является избавлением от боли, для кого-то это является восстановлением до возможности передвигаться, для кого-то это является, в общем-то, возвращением к жизни. Здоровье в движении в центре доктора Бубновского, улица Зернова, 11, телефон 672-76. Расставаться с деньгами нужно легко, но помните, только те траты полезны, что приносят нам радость. Следите за нашими эфирами и тратьте ваши деньги с умом. Удачных вам покупок!